Юлия Чичерина, это вы знаете лучше меня. Все 4 года войны присутствует в Донбассе, проводит благотворительные концерты и в Луганской, и в Донецкой народных республиках. Она постоянный участник наших благотворительных акций, за что ей огромное спасибо, и за эту песню в том числе. На территории 2 республик за 4 года погибло около 150 детей. Вы можете себе представить такую цифру детей? Спасительницей детей Донбасса была доктор Лиза. Так жизнь случилась, что она тоже погибла. Мне повезло, я с Лизой вместе общалась, жила, у нас были совместные планы по Донбассу, она по своему направлению, я по своему. И не успели эти планы реализоваться. Сегодня так получается, что мы почтили минутой молчания память погибших командиров и солдат. Я прошу почтить минутой молчания память детей, доктора Лизы и всех, кто с ней вместе летел в этом самолете. Алексей, прошу видео на экран про доктора Лизу. Что добро, сострадание и милосердие.